переносимся в больницу Лалитауна. У нас родилось столько замечательных деток. Какое счастье! Так, нужно принести мамочкам новорожденных. Ага, очки запотели, потом протру. Так, малышки, идем со мной. Здравствуйте, поздравляю, у вас чудесные крохи. Фиона, вот ваша. Жасмин, мое почтение. Тебе не кажется, что он все перепутал? Давай меняться. Добрый день. Здравствуйте, мы хотим усыновить малышку. Есть на примете трое симпатяшек. Вот, теперь она ваша. Какое счастье! Доктор, и нам нужен ребенок. Пожалуйста, вот крошка. Wow. А не осталось ли девочки и мне? Yes. Тройняшки нашли семьи. Где же я потерял очки? Но вроде бы ничего не напутал. Вырезаем картонный кружок. Обматываем по кругу донышко и прошиваем объемные петельки. Нэнси живет очень бедно. Доченька, вот мы и дома. Скоро подружишься с котиком. Ой, куда же ее положить? На кровати держать не годится. Ой, мама споткнулась о запасы для растопки печи. Есть идея. С фантазией и ловкими руками даже бесплатно можно создать колыбельку. Ну вот, теперь у крошки будет свой уголок для сна. Мама укачивала девочку, пока та не уснула сладким сном. Второй малышке повезло оказаться в очень богатой семье. Окунаем крошку в волшебную люльку богатства. Пока девочка плескалась в облачках, на ней появился золотой глиттерный наряд. Зубочистку окрашиваем в золото. Крошечный скипетр для маленькой принцессы. Теперь она – член супербогатой семьи и выезжает на прогулку только в люксовой коляске. В огромном особняке богачей деньги валяются прямо на полу. Мамочка принесла крошку в дом и тут же усадила покататься в золотой коляске. Посиди минутку, я сейчас вернусь. А вот и подарочек. Ой, куда она делась? Ау, Глори, ты где? Наша малышка не промах, уже оседлала гепарда. Мама, я всадница! Вот непоседа. Еще успеешь покататься, иди на ручки. Мне понравилось. Опустошим коробочку для кнопок. Снимаем этикетку. Окрашиваем бокс в серебро. Посмотрим, что входит в набор. Ювелирная соска, бутылочка с серебряным дозатором и дорогая погремушка. Деньги падают прямо с неба. Для богатой малышки все самое лучшее. В богатой семье невиданная суматоха. Малышка проснулась и плачет в кроватке. Не помогают даже сказки. О, моя дорогая! Слуга! Yeah. Неужели вы не слышите, что малышке нужен ее чемодан? Okay. Скорее сюда! В чемодане все необходимое. Соска, бутылочка и игрушка. Попей молочка, крошка. Слуга, подай салфетке доллары. Вот так. Теперь несите погремушку и развлекайте малышку. Богатым нельзя скучать. Да, госпожа. Сытая Саманта засыпает у мамы на руках под мелодию погремушки. Девочка из бедной семьи подросла. Привет, я Тереза. Нравится Мишка? Я давно о нем мечтала. Прикладываем распечатку к картону. Обводим силуэт и дублируем заготовки. Рисуем линером контур игрушки. Сшиваем фигурки и наполняем игрушку ватой. Держи Мишку, дорогая. Мы всегда будем неразлучны. Бедная малышка подросла и уже ходит в школу. О, был непростой день. Пора садиться за уроки. А это что? Записочка. Подарок для лучшей доченьки. Мама знала, что я хочу игрушечного Мишку, но у нас нет денег. Она сшила его сама. Как это мило.
Нужно покормить нового друга остатками вафли. Крошечный колокольчик перекрашиваем в серебро. Добавим ручку, чтобы было удобно звонить. Динь-дон! Доченька, уже поздно. Дослушаешь сказку, и пора отправляться ко сну. Вот только от маминых историй так разыгралась фантазия. Ага. Мам, мне совсем не до сна. Слуга, принеси крошки теплого молока с печеньем. Хорошо, госпожа. Пойду застелю кроватку. Но теплое молочко не помогает. Малышка также полна энергии для игр. Колокольчик. Дзинь. Чего желаете, маленькая мисс? Принеси мне все вкусности в доме, только это поможет уснуть. Будет сделано. Ого, сколько вкусняшек. Крошка объелась сладостями. Дзинь. Теперь хочу новые игрушки. О, еле дотащил. Класс. Что бы еще заказать? Дзинь. Кто тут балуется? Это не игрушка, верни колокольчик. Неужели тебе не интересно, чем закончится история? Под звуки маминого голоса малышка наконец-то уснула. Скатываем комочек воздушного пластилина. Крошка наступила и раздавила шарик. Лепим сапожок и обматываем бинтом. Украшаем гипс стразами и сверкающим сердечком. Очень богатая семья пришла на прием к доктору. Что у вас произошло? Катались в Альпах, а малышка повредила ногу. Сейчас я ее осмотрю. Все будет хорошо, детка. В палате полно детских игрушек. Все для комфорта юных пациентов. Вот видишь, совсем не страшно. А золотой гипс похож на дорогой аксессуар. Доктор, мне скучно. Я передам. Папа знает, как развеселить Глори. Он пригласил любимую певицу дочки прямо в палату. Девочка с доктором послушали чудесное выступление. Напоследок певица оставила автограф на гипсе крошки. Выздоравливай поскорее. Спасибо, было круто. Складываем листочек в развертку сумки. Несколько ловких движений, и получилась настоящая сумочка. Добавим ремешок для клапана и ручку. Очень милый аксессуар. Добро пожаловать в самый модный бутик Лали Тауна. У нас представлены лучшие коллекции брендов. Добрый день, мы пришли за подарком для малышки. Что вас интересует? Хочу сумочку. Взгляните, любая на ваш вкус. Возьмем эту, мам. Хорошо, дорогая. Отлично, упаковываю. Семья щедро расплатилась за такой роскошный аксессуар. Бедная семья тоже решила заглянуть в магазин. Мама, можно мне сумку? Ох, а что можно купить за пару монеток? Боюсь, ничего. Ох, как жаль. Не расстраивайтесь, могу сделать сумочку сам из бумаги. Вот, держите. Вау, какая милая. Спасибо вам. Спасибо и вам за визит. Изготовим фотобудку. Окрашиваем заготовки в белый и покрываем розовой краской. Палочки окрасились друг за дружкой. Экран от старого тетриса послужит монитором. Сверху панель с линзой для съемки, а внизу отверстие для выдачи фото. Завешиваем помещение блестящими шторками. Выглядит идеально. Теперь самые лучшие селфи с семьей и друзьями можно сделать прямо на месте. Бедная семейка выбралась на прогулку. Какой прекрасный день! Сделаем фото в фотобудке, чтобы запомнить его надолго. Здорово! Мимо прогуливалась богатая семья. Присядем здесь. Сделали столько классных фоток! Оу, мисс, наши дочки безумно похожи. Этого не может быть. Разве случаются такие совпадения? И мы как сестрички, вот чудеса. Рядом проезжала супербогатая семья. Что там происходит? Вот это да. Всех троих девочек почти не различить. Такое чудо бывает только раз в жизни. Здорово, что мы познакомились. Сделаем совместное фото.
Волшебные встречи не случайны. Между супербогатой, богатой и бедной семьей зародилась дружба. Из пластиковой бутылки мастерим пару лыж. Добавим блестящие накладки и крепления для обуви. Не обойтись без лыжных палок. На концах крепим бусинки и кружок. Добавим петельки. С таким снаряжением отпуск в горах точно будет удачным. Богатая девочка пригласила бедную семью на горнолыжный турнир, чтобы показать им свое новое увлечение – езду на лыжах. Не бойся, это легко. Я покажу. Вот, видишь? Я тоже хочу попробовать. Сейчас подготовим снаряжение. Держи. Тереза проявила неожиданный успех в катании. У нее мастерски получается, особенно для первого раза. Вау, умничка! Способности бедной малышки приметил богатый бизнесмен. Hi. Такие навыки нужно развивать. Пообещай, что будешь совершенствовать свой талант. Yes. Смело вручаю вам кубок и денежное вознаграждение за участие в турнире. Поздравляю! Ура! Теперь и мы богаты! Мэри, добро пожаловать в мастерскую Лалилу. Я привыкла к роскоши. Модельеры оставили для Мэри модную юбочку. Дополним образ роскошными розовыми волосами. В школьном коридоре царит привычная суета. Школьники шутят и сплетничают по телефону. Алло, да, а ты видела ее новую форму? Привет, ребята, смотрите, что у меня есть. Как вам моя новая сумочка? Последняя коллекция? Ну да, прикольная. Она в кристаллах Сваровски, как и моя юбочка. Ты ее не сама сделала? Конечно, нет, я купила. Зачем делать самой, если есть деньги? Чуть не подвернула ногу. Давай я тебе помогу. Держи немного. Спасибо, но не нужно. Странно, как это всем нет дела до моего богатства? Приветик, я Рэйчел. Сошьем скромное платье из пакетов. Примеряем. Из кусочка мешковины получился топ. Крутим бечевку. Серьги есть. Я такая милашка, согласны? У Рэйчел нет огромного состояния, но все хотят с ней дружить. Рэйчел, привет! Какие крутые серьги! Сама сделала? Вау! Давай сделаем селфи. Окей. Мимо проходил мальчик из параллельного класса. Ох, наш парнишка влюбился. Какая интересная девочка. Пойдем со мной в столовую. Нет, она идет со мной. Девочки, я дружу со всеми. Пойдемте вместе. Ура, круто. Нам понадобится деталь от гирлянды. На горлышке флакона золотой шнур. Оу, это дорогие духи. Снова пора в школу. Лакшери-кабриолет дамчит меня за несколько минут. В это время в школу спешил Росс. Hey! Приветик, садись, подвезу. Спасибо, очень вовремя, так боялся опоздать. Но сначала нужно немного прихорошиться. Новый аромат от Dior. Но Росс не в восторге от запаха. Опчхи! Эй, погоди, тебе не нравятся мои духи? Я пешком, прости. Ничего не понимаю. Из картона соорудим ящик. Дверца держится на полосках скотча. Ящичек перепачкан грязью. О, урожай грибов!
У шкафчика очень необычный декор. Росс вбежал в школьный коридор. Никого? Фу, я подарю ей валентинку. Спустя время весь шкафчик заполнили сердечки от поклонника. Кто это мог оставить? Ого, и тут гора сердечек. Как мило. У меня появился тайный поклонник. Вау, ты такая популярная. Только тсс. Нарезаем полимерную глину на мелкие кусочки. Сплющиваем, придавая форму устриц. Помещаем саму устрицу. Сверху капелька лака. Классическая подача с лимоном. В меню деликатесы. Ну, и как будем делить? Я так голодна. Привет, можно к вам? Конечно, присаживайся. Что у вас на обед? Бургер, но на всех не разделишь. Угощайтесь устрицами, их как раз три. Класс, спасибо. Ну и запах, слишком непривычный вкус. Попробуйте с лимоном. Странно, это ведь деликатес. Какой выберем? К распечатанной упаковке приклеиваем слой фольги. Перекус на любой случай. Переменка в разгаре. Школьники общаются и весело проводят время. Может, отдохнем? Я тоже устала. Фу! Нашла, нашла! Побежали к девочкам. Успели проголодаться. Всех угощаю чипсами. Эй, чего все затихли? Будешь чипсы? Угощаю. Нет, я такое не ем. Соберем бокс из плотного картона. На бечевке держится верхняя крышка. Приматываем к веточке уголек. Состариваем кейс. Рэйчел по старинке пишет пером и чернилами. Доброе утро, дети. Начнем урок. Проведем перекличку. А где Рэйчел? Немного задержится, но скоро будет. Фу, извините, тяжеленький пенал. Учительница диктует новый материал. А, чернила растекаются. Держи чистую бумагу. Спасибо, выручил. Теперь делаем зарисовки. Ой, карандаш сломался. Держи мой бриллиантовый. А, мои глаза! Вот, с угольком тебе будет проще. Вау, какой легкий! Спасибо! Создаем ряд отверстий. Пузырьки наполним химическими растворами. Установим конструкцию на глиттерный лист. Мерный стаканчик пригодится для дозировки. Шарики с глиттером превращаем в колбы. Маленькая лаборатория готова к экспериментам. Урок химии в самом разгаре. Усвоили материал, переходим к практической части. Чур я первая. Смешаем это. Упс, получилась кучка угля. Неплохо, но ты можешь лучше. Рэйчел, твоя очередь. Девочка смешала ингредиенты. Получился бриллиант. Круто! Она гений! Умница, получаешь высший балл. Палочка нужна для плойки. Тонируем в черный, низ золотой. Обматываем верх полосой бумаги. Обрезаем длину. Половинка трубочки превратилась в зажим. Плойка сверкает бриллиантами.
Наконец-то урок подходит к концу. Время тянется ужасно медленно. Переменка! Рэйчел хочет попробовать лайфхак накрутки волос носками. Поскорей бы завить кудри. О нет, Bluetooth-плойка сломалась. Останусь без укладки. Мэри, смотри, как я завела локоны. Давай попробуем сделать так же тебе. Да ну, из носка? Да ладно тебе, хоть одну прядь. Немного подержать и... Вуаля, красивый завиток. Полюбуйся. Вау, спасибо тебе. Девочки смогли подружиться. Выбираем распечатку лолипада. Приклеиваем на плотный картон. Драгоценный лолипад для самых богатых пользователей. Самый скучный учитель в школе. От его голоса можно уснуть прямо за партой. Результаты контрольной неутешительные. Ваш класс вновь побил рекорды неуспеваемости. Но часть учеников уже дремлет. А Мэри решила поиграть на лолипаде в Соника. Юная леди, вас не волнуют ужасные оценки? Ну, не особо. Ну-ка, отдавай свои игрушки. Посмотрим, во что нынче играет молодежь. Ух ты, а это интересно. Он, кажется, залип в твою игру. Юху, прошел уровень. Ставлю всем отлично. Благодаря Мэри у нас пятерки за тест. Ты классная. Из коробки вырезаем квадрат. Слепим букву «С». Формируем знак доллара. Клеим распечатанные купюры. Представляю вашему вниманию жемчужину выставки и ее создателя. Мы тебя обожаем. Можно ваш автограф? Откуда здесь эта толпа? Из-за них невозможно посмотреть на картины. Что там происходит? Ничего не понимаю. Well, hello there. Вот это настоящий шедевр! Неземная красота! Спасибо, это так мило! Приглашаю вас на свидание! Я согласна. Oh, yeah! Сетка прямиком из бикини-боттом. Вырезаем детали шопера, крепим заплатки, тонируем акрилом. Деревянная палочка получила узор дерева. Нам пригодится картонка. Пишем «Спаси планету». Очень важно проводить акции в защиту всего живого. Покупайте овощи прямо с грядки. А вы пользуетесь органическими удобрениями? Естественно. So good. Я покупаю. Пакетик нужен? Зачем загрязнять планету пластиковым мусором? К тому же у меня нет лишних денег. Шопер очень помогает. Спасибо за овощи. Спасите планету. Я тоже считаю, что мы используем слишком много пластика. Я согласна. Долой пластиковые пакеты. Вот бы все использовали шопперы. Ты читаешь мои мысли. Я Леонард. Каролина, очень приятно. Кажется, я нашел родственную душу. Посмотри на наш пляж. От мусора нет спасения. Предлагаю устроить на пляже уборку. Познакомиться поближе. Я согласна. Золотую бумагу разрезаем на части. На каждом отрезке пишем романтическое признание. Скручиваем бумагу. Бутылочку наполняем признаниями. Кому-то очень повезло. Я приготовил сюрприз. Открывай глаза. Это самый дорогой ресторан в городе. Я арендовал его для нас двоих. Это тебе. Я записал 100 причин, почему люблю тебя. Не терпится прочитать их все. Осталась последняя записка.
Не может быть, это кольцо. Мечтаю, чтобы мы всегда были вместе. Ты выйдешь за меня? Я согласна. Я самый счастливый человек на свете. Эксперименты продолжаются. Формируем дно. Приклеиваем этикетку. Из фоамирана получилась крышечка. Классная идея, ракушки. Склеиваем коробочку. Украшаем мхом. Мы на месте. Мусора здесь даже больше, чем я думала. Как нам его убрать? Мы справимся. Просто накалывай мусор и отправляй в пакет. Приступим. Закончила. Каролина, ну и скорость. Как ты это сделала? Я не могу ударить в грязь лицом. Очередная бутылка, а крышка так похожа на кольцо. Придумал. Эта ракушка мне пригодится, только бы она согласилась. Что делаешь? Каролина, я влюбился с первого взгляда. Ты выйдешь за меня? Конечно, Леонард. Какое счастье. Мне нужно шикарное свадебное платье. Из шифона формируем топ. Сделаем стяжку. Пришиваем объемные рукава. Создаем выкройку юбки. Она дополнена невесомым шлейфом. Из цепочки со стразами собираем украшения. Добавляем корону. Оливия выглядит потрясающе. Мне нужно свадебное платье, уникальное и неповторимое. У нас огромный выбор, последняя коллекция. Это очень мило, но для свадьбы нужно что-то грандиозное. Я заплачу любые деньги. Приступим. Работа кропотливая. А теперь пройдите в примерочную. Платье моей мечты. Вы настоящая волшебница. Очень богатая волшебница. Я буду самой красивой невестой. Каролина, что случилось? Все пропало. Что мне делать? Свадьба уже сегодня, а у меня до сих пор нет платья. Не волнуйся, Лалилу поможет. Из отрезков ткани сшиваем топ. Бумагу покрываем кофейными пятнами. Гофрированная юбка – неплохой выбор. Кто заказывал бинт? По шаблону вырезаем детали рукавов. Подбираем пояс из канатика. Моделируем босоножки. Влажную салфетку превращаем в фату. Осталось подкрасить платье. Невеста готова. Посмотри, какая ты красотка. Потрясающе. Я готова к свадьбе. Леонард и Каролина, объявляю вас мужем и женой. Настало время бросать свадебный букет. Подружки, вы готовы? Раз, два, три. И кто из вас поймал букет? Скретти? Рисуем сердечки. Обклеиваем фоамираном. Отверстия украшены пушистой проволокой. Клеим надпись. Делаем дополнительную табличку. На нить крепим сердечки из фоамирана. Баночки декорируем. Весело будет всем, и гостям, и молодоженам. С
свадебная церемония окончена. Теперь можно развлечься. И мы приготовили веселую игру. Кто закинет больше мячиков в корзину, тот и победил. Промахнулась. Теперь я. Мимо. А мой браслет попал точно в цель. И правда, драгоценности летят в цель намного точнее, чем мячики. Дорогой, давай мы закинем мячик. Деревянные палочки равняем. Собрались палеты. Придаем текстуру. Кора пригодится. Получился листочек. Склеиваем пакетик для семян. Кому нужна помощь цветочной феи? Нам как раз не помешает немного сухоцветов. Что затеяли бедные молодожены? Наступило время дарить подарки. Из этих семян вырастут красивые цветы. Спасибо, Лора. Мне это очень пригодится. Фото на память? Но где? Этот вид довольно унылый. Я все устрою. Палеты станут основой цветника. И семена есть. Главное хорошенько полить. Жаль, цветов слишком мало. Вы помогли мне устроить свадьбу. Я помогу устроить фотозону. Вау, Скретта, ты настоящая волшебница. Улыбаемся. Свадьба удалась. Выбираем полимерную глину. Лепим тарелку. Следом аппетитного лобстера. Тонируем пастелью. Устрицы – вкусный деликатес. Из фоамирана моделируем листья салата. Выкладываем на тарелку. Придадим блеска. Delicious! Поход, это так романтично. Вот только я устал, проголодался и хочу принять ванну. Ты захватила ланч, дорогая? Взяла все самое необходимое. А где еда? Я не приспособлен к жизни в лесу. Не переживай, любимый, я все улажу. Это доставка? А вот и курьер. Обед заказывали. Мы спасены. Приятного аппетита. Лобстер и устрицы. Идеальный пикник в лесу. О, паук! Медовый месяц в походе. Это так романтично. Леонард, давай заберемся на эту скалу. Полюбуемся видом. Но как нам закрепиться на отвесной скале? Магия Лалилу, на помощь! Понадобится бечевка, марля и несколько веточек. Альпинистский гамак готов. Разве здесь не прекрасно? Но что это за крики? Кто-то зовет на помощь. Привет, что случилось? Это всего лишь паук. О, не может быть, мы похожи как две капли воды. Сестра? Жди продолжения истории на канале Лалилу.